Всем привет! К нам поступил новый штабель твилл цветочных принтов. Весна уже близко, так что давайте смотреть и выбирать, а потом шить нарядные и повседневные платья. У нас очень часто интересовались цветочными принтами и, в частности, мелким цветочком. Сейчас пришло довольно много разных вариантов с цветками, и есть довольно мелкие, и есть покрупнее. Сейчас все мы это рассмотрим. Штапель твилл. Чем он отличается от обычного штапеля? А тем, что на лицевой стороне есть видимый рубчик. Если посмотрите, вот под разным наклоном этот рубчик виден. Он не сильно ощущается тактильно, но, по крайней мере, он есть и создается такая интересная фактура. Смотрите, сам по себе штапель твилл. Довольно пластичная и мягкая ткань, красиво создает складочки, она не просвечивает, ткань довольно плотная, так что из нее получится отличное платье, сарафаны, юбки, также можно блузы пошить или какие-то цельные костюмы, например, верх рубашка и низ широкие брюки, легкие и летящие. Ткань довольно интересная, красивая и натуральная, тут вискоза в составе. Так, это у нас первый принт. Идем дальше. Так, это вот такая же серия цветочков, только уже на бежевом фоне. Ткань не просвечивает. Она может мяться. То есть, если вот так вот смять, посидеть на ней, то, в принципе, она может смяться, но зато очень хорошо отутюживается утюгом. Так, это на зеленом фоне. Красивый мелкий рисунок, мелкие цветочки, стебельки на зеленом фоне. Дальше у нас ромашечки. Это темно-синий фон. Ткань не просвечивает. Так, это у нас как будто яблони на таком пудрово-розовом темном фоне. Красиво драпируются, создают мягкие складки. Какие-нибудь воланы очень красиво будут смотреться на платье. Это у нас белые яблоневые цветочки на белом. Так, белый фон, хоть он и белый, но он не сильно просвечивает. В принципе, можно шить и без подкладок. Так, это у нас на темно-синем. Кстати, вот это по плотности немножко плотнее кажется. Кажется, что она немножко плотнее. Возможно, впоследствии после стирки ткань станет мягче, но по ощущениям, по тактильным, она немного плотнее предыдущих. Вот, ткань мнется, но очень хорошо разутюживается потом утюгом. Так, мелкие цветочки. Тут такой мятно-зеленый фон. Красивая летящая ткань. Так, это цветочки на темно-синем. На желтом, на белом. Тоже белый фон, но он не просвечивает. Ткань плотная. Так, здесь у нас пошел леопард. У нас уже были такие принты на лососевом, по-моему, фоне и на коралловом. Вот теперь приехал этот же принт на розовом фоне. Так, это на голубом, только на синем. Так, на синем. И на белом. Тоже белый фон, но не просвечивает. Можно шить без подклада. Так, вот такие пятнышки. Здесь, смотрите, она на свет, то есть если на просвет, будет просвечивать, видно. А так вот, если вот просто держать, то нет. Наверное, вот к этой ткани все-таки рекомендуем подклад. Или какое-то платье не облегающее, пышное, ну, то есть за счет складок может скрыть вот эти вот просветы, если что, вдруг. Так, ткань мнется. Мнется, но очень хорошо разутюживается. Так, такая. Так, мелкие цветочки еще вот такие. Очень красивый фон, такой небесно-голубой, синий. Мелкие цветочки как раз-таки шикарно будут платья в романтичном стиле. Мягкие складки длинные, например, с рюшами или фонарики. То есть рукава фонарики, вот популярная модель прошлого лета, вот эта ткань, подходящая для нее.
Так, это на мятном фоне. На ярко-розовом. Так, это на черном. Такой пудрово-розовый. И синий, темно-синий. Очень много интересных принтов, которые можно использовать в летней одежде, да, и они подойдут как для взрослой одежды, так и для детской, потому что маленькие такие вот цветочки отлично будут на сарафанчиках детских смотреться. Также по комплекции разным людям подойдут. Кому-то вот более крупные идут, например, вот такие цветы, да, а кому-то более мелкие. То есть под всех можно подобрать и сшить потрясающую коллекцию. Так что ждем вас, приходите!